Мне сказать, совершенно не получается здесь в семьях, как у мусульман, так и у православных христиан, в традициях иметь большое количество деток здесь, 3-4 ребенка, а то и 5, это вполне такая спокойная цифра. Мы с вами вот выехали сейчас из района, из Напка, и будем двигаться по территории аэропорта, куда мы все прилетели. И вот у нас с правой стороны открывается прекрасный вид на горы здесь. Эти горы называются Синайским Нагорьем. Они уникальны по своему геологическому составу. Также вот в отелях у вас наверняка обратили внимание, очень много отделки всех отделочных работ именно природным камнем. Это мрамор, гранит, все составляющие керамической плитки. Здесь, в Египте, это доступный отделочный материал. Это гораздо дешевле дерева. Здесь вот леса, как у нас с вами на родине, да, в стране нет. Это обусловлено также тем, что и осадков в стране практически не бывает. Вот на Синае здесь за зимний сезон прошлый дважды только осадки были. В начале декабря и в конце января месяца. И больше вот вроде как уже не наблюдается и не будет.